В нашем мире есть бесчисленное множество измерений. Земля, Кандракар, Меридиан и еще тысячи других. Каждая планета имеет сердце, камень-кристалл. Сердце Кандракара – самый могущественный талисман, объединивший в себе 5 стихий. Оно наделяет стражниц силой для защиты всех существующих миров. Бывшая хранительница сердца Кандракара Нериса, больше всего на свете жаждущая неограниченной власти над Вселенной, обманом захотела заполучить талисман, чтобы навести во Вселенной порядок. До этого момента я была стражницей, лидером группы ВИЧ, но сейчас я не знаю, где я и даже кто я. Я не помню ничего. Ау! Есть здесь кто-нибудь? Ну, я здесь. А где мы? Как я сюда попала? У меня вопрос получше. Кто вы такие? Я абсолютно ничего не помню. Есть предложение, как отсюда выбраться? Карамелия. Вы слышите голос? Не нравится мне все это. Давайте попытаемся вспомнить. Карамелия, ты слышишь меня? Нас кто-то зовет. Вы заперты в своем подсознании. Используйте свои силы. У нас есть силы? Вспомните ваши битвы. Вы станете едины со своими стихиями. Стражницы, мы едины! Едины! Где мы? Не может быть! Вы вырвались из моих чар! Теперь я вспомнила. Мы потеряли свои силы. Нам был дарован новый талисман. У нас теперь не только силы, но и новый прикид. Где это мы оказались? Похоже, два талисмана заточили нас в магические кубы. Они будут сражаться, чтобы решить, что сильнее, добро или зло. Я ведь почти смогла заполучить сердце Кандракара! Ты же понимаешь, Нериса, для двух талисманов нет места в этом мире! Останется только одно сердце вместе со своей хранительницей! Тогда присоединяйтесь ко мне! Сейчас, с помощью своей иллюзии, я покажу вам, чего мы сможем достигнуть вместе! No matter where you are, light us up, we gonna start a riot tonight. Убери свою иллюзию, Нериса! Мы никогда не объединимся! Что произошло? Защита исчезла! Вот и все! Теперь оно мое! Талисману лучше знать, кто его истинная хранительница. Обмануть сердце Кандракара невозможно! Подожди! Отдай по-хорошему! Знаешь, как я награжу тебя, если ты мне его отдашь? Нет! Ну вы ее слышали? В конкурсе «Мисс Мерзкая Ведьма» она заняла бы первые 3 места. Не мы выбрали сердце. Нет! Отдай! Оно выбрало нас. Thank you.
Что будем делать дальше, госпожа? Бесполезные создания! Вы мне больше не нужны! Что, госпожа, мы сделали все, что могли! На вас нельзя положиться! Мне опять пришлось все делать самой! Ты была хранительницей сердца. Почему оно оказалось таким слабым и проиграло талисман Увил? Я не знаю. Теперь это не важно. Мне нужно больше энергии, чтобы вернуть себе сердце Кандракара. Глупые, как вы могли поверить, что я сдалась? Теперь под моими чарами вы станете орудием моих грядущих завоеваний. Кандракар пал за считанные минуты. Многострадальный меридиан еще быстрее. Один за другим миры падут. Один за другим отдадут мне свои сердца. И однажды даже земле придется признать меня своей королевой. Слияние талисмана покарали Нерису за ее всепоглощающую жажду власти. Теперь она навеки заключена в кристалле. И он стал ее же тюрьмой. Теперь ее удел лишь грезы о завоеваниях. Надеюсь, она будет счастлива в мире иллюзий. Один вопрос. Что делать с ними? Их сознание не вернулось. Корнели, пожалуйста! Единственное, что может вернуть им сознание – голоса тех, кому они дороги. Ирма! Вил, очнитесь! Дани! Внучка! Прислушайтесь, вернитесь к нам! Клянитесь на мой зов! Вил, пожалуйста, вернитесь! Прислушайтесь! Идем на голос! Корнелия! Вы очнулись! Калеб! Я знал, что ты услышишь мой голос и вернешься ко мне. Все кончилось. В какие-то моменты мне казалось, что мы вот-вот проиграем. Но дружба, взаимопомощь и чистота наших сердец помогли нам даже в самый отчаянный момент. Нериса теперь никого не побеспокоит. Ну а мы сможем продолжить жить обычной жизнью. Или нет? Подвластны нам и пламя.